Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Средняя зарплата в Кировской области выросла, несмотря на коронавирус. В Кировстате посчитали среднюю зарплату в регионе по итогам 2020 года. По сравнению с 2019 она поднялась на 6,5% в номинальном исчислении и на 2,5% в реальном и составила 32 400 рублей. Наибольший рост зарплат у медиков и сотрудников сферы социальных услуг. В среднем в месяц они получали 35 300 рублей. Тем не менее, самыми высокими остаются зарплаты работников финансовой сферы. В среднем это почти 50 тысяч. Меньше остальных получали работники гостиниц и предприятий общепита. Их среднемесячная зарплата составила чуть более 19 тысяч рублей. Программа «Экономика». Банковские сбережения кировчан за год увеличились на 10%. Речь об общей сумме, вложенной жителями региона и организациями на банковские счета в 2020 году. Сейчас она составляет более 200 миллиардов рублей, сообщает отделение по Кировской области Волговятского главного управления ЦБРФ. Причем основная часть этих денег – вклады граждан. За год их общая сумма выросла на 6% и достигла 150 миллиардов. Средства бизнеса в банках за год выросли почти на четверть, а суммы, находящиеся на расчетных счетах организаций, увеличились в полтора раза. Экономика на 101 FM. Завод «Молот оружия» хотят обанкротить. В арбитражный суд Кировской области поступил иск с требованием признать несостоятельным банкротом «Молот оружия» из Вятских Полян. Заявление подала нижегородская компания. Сумма исковых требований – 1 миллион 300 тысяч рублей. Завод, напомню, был создан на базе предприятия «Молот» во время его финансовых сложностей и является его правопреемником. Также на днях оказалось в картотеке дела арбитражного суда кировская фабрика матрешек «Сувенир». Ее банкротство требует налоговая. Задолженность предприятия – 2,5 миллиона рублей. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 76 рублей 26 копеек, евро 88,17. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.